В рамках системы обязательного социального медицинского страхования казахстанцы могут менять свою поликлинику в зависимости от обстоятельств. Для прикрепления ограничений нет, заверили сегодня журналистов на пресс-конференции в Акимате Нур-Султана. Раз, два или три раза в год – неважно, но обязательно нужно соблюдать принцип административно-территориальной единицы. К примеру, жители Нур-Султана не могут прикрепиться к поликлинике, расположенной в другом районе города. Отмечу, что медорганизации не могут кого-либо перекрепить. Каждый желающий может это сделать в своем личном кабинете на портале электронного правительства с помощью ЭЦП. Почему мы акцент делаем на в рамках одной административной территориальной единицы? Потому что у нас есть четвертая категория вызовов, обслуживание вызовов на дому и вообще патронажная работа на дому. Это категория дети до года, дети до 5 лет, период беременности. Если вы живете в одном районе, выбираете медорганизацию в другом районе, вы тем самым создаете работу, проблемы в обслуживании именно на дому.